Сейчас мы с вами сделаем первый наш продукт. Это будет коробка, в которой находится нечто, будь то диск, аудиозапись или книга, без разницы. И, естественно, к ней диск. Давайте удалим то, что нам не нужно, точнее. Это камера и наш источник света. Давайте сразу перейдем в Cycles Render. Здесь, в принципе, можем удалить этот куб. Но все равно мы будем создавать куб. Так, давайте перейдем в такой режим. Поднимем куб выше. Теперь перейдем в Tab Mode, то есть в Edit Mode. Z, A, B. Поднимаем чуть повыше. Теперь здесь нужно нам сузить. Давайте через контур попробуем сузить. Вот до 4. А здесь мы попробуем расширить, сузить. Даже я бы не сужал бы, а вот так вот оставил на самом-то деле. Не нравится. В принципе, довольно-таки хорошо получилось. Так, ну, в принципе, коробка как готова. Давайте сделаем следующее действие. Rotation Scale. Так. NT. Что нам сейчас нужно сделать? Нам нужно сделать симы. Это разрезы, по которым мы будем делать разрезы для нашей UV-развертки. UV-развертка – это развертка, на которой будет находиться некий рисунок. Выделяем, зажав Shift, нужные ребра, W, и здесь у нас Ctrl-E, точнее, и Mark Sim жмем. То есть, вот ребра у нас стали красными. То есть, это как есть, например, бумажная развертка некая, бумажный ящик. Вот, чтобы его собрать, нужно иметь разрезы с одного цельного листа. Вот то же самое и здесь происходит. Есть один лист, на котором будет находиться рисунок, и мы его будем натягивать сверху на этот квадрат, прямоугольник, скорее всего, так вот называем. Так, выходим из Edit Mode. Давайте перетащим его чуток в сторону. Теперь создадим диск. Shift-A, Mesh, Circle. Так, диск создан. Переходим в режим редактирования. Здесь нам нужно сделать чуть-чуть какую-то толщину ему. Ctrl-Tab, Vertex. Нажимаем Alt. Выделяем правой клавишей мыши. Жмем I, Extrude. И давайте чуть-чуть тонкую какую-то сделаем. Вот такое, наверное. Теперь Ctrl-Tab, Edge Mode. Выбираем этот через Alt и Shift и этот. Теперь жмем еще раз Extrude. И жмем S. Доводим где-то до 2. Единица. Z. Смотрим, что у нас сузилось чуток по оси Z. Наш диск, мы его где-то выравниваем на уровне остальных прямых, вот так. Z есть. Теперь нам необходимо заполнить вот эту вот поверхность внутреннюю. Жмем W и здесь выбираем Bridge Edge Loops. Оп, и у нас заполнилось это пространство. Теперь давайте сделаем еще несколько линий.
по которым мы будем ориентироваться, что это верхняя поверхность или нижняя поверхность диска. Давайте жмем Ctrl-R. Так. И давайте здесь до... Вот так сделаем. А здесь сделаем Ctrl-R еще раз. И доведем до вот такого состояния. Он у нас похож на диск уже становится сам по себе. То есть если смотреть по этим линиям, то он похож на диск уже. Так, выходим. Нам нужно тут точно такое же проделать действие, как и с разверткой. Как и с коробкой. Раз, два. Тут еще нужно нам один добавить. Вот так мы сделаем. И то же самое делаем здесь. И давайте, где у нас там линия, вот здесь она, да? Ctrl-I, Mark Seam. Tab. Теперь смотрите, мы будем развертку делать на одном листе. Сейчас это два объекта, поэтому для них нужно создавать две разные развертки. Но чтобы этого не делать, а делать все на одной развертке, то мы можем сделать следующее. Давайте сделаем вот следующий прием. Выделяем через Shift в начале диск или коробку в начале, без разницы. Зажимаем Shift и выделяем следующий объект. И жмем Ctrl-J. Это объединит все в один объект. То есть мы сейчас снимем выделение, выделим опять. И у нас все как один объект. Переходим в Edit Mode, нажимаем A, чтобы выделить все, и жмем U, Unwrap. Теперь переходим в UV Image Editor и смотрим, что у нас получилось. Получилось довольно-таки неплохо, но вот эту линию нам нужно повернуть. Так же, как и в прошлом уроке, мы ставим курсор, давайте снимем выделение, ставим курсор на каком-то из вертексов и жмем L. Теперь R 90. Есть. Перетягиваем сюда. То же самое сделаем с этим. L, R 90. Перетягиваем сюда. Можем даже чуть-чуть увеличить. Так, тоже делаем и с этим, L. Его тоже можно увеличить, кстати. Давайте сделаем так. Есть. Так, вот это у нас будет лицевая сторона, поэтому она будет более детализированная, поэтому ее нужно сделать более крупной. Мы ее оставляем здесь. Можем даже чуть-чуть увеличить, я вот так вижу. А вот это у нас будет сторона с цветом. Поэтому мы ее... То есть не такая детализированная. Поэтому мы ее чуть-чуть уменьшаем. И ставим здесь. Теперь жмем New. Называем. Называем Box... Ой. Box and Disk UV 1024, ну, нам будет достаточно, и жмем ОК. Вот что у нас получилось. Теперь это UV нам нужно экспортировать. Export UV Layout. Мы его экспортируем Create Object Box and Disk. Ну вот у меня есть. Давайте сделаем UV1, Export UV Layout.